Знаю. Военные понимают важность промышленности, потому что мы делаем их оружие. Сынок, твои игрушки... Привет, пресс! Отличный денёк! Президента, благодарю. Знаете, как великая... Эй, президент и дружище, у меня новости. Похоже, вас обвиняют во всех...
президента. Не люблю я злиться. Это... Дворец уверяет граждан, что относится к проблемам окружающей среды серьезно, а чтобы доказать свою серьезность, хочет вызвать вооруженные отряды. Президенты, это отвратительно. Вы враг планеты. Позор вам! Thank you.
президента, вы... Дворец назвал акты вандализма незрелым поведением. Бедняки просто не понимают, как сложно быть богатым, объясняет представитель дворца. Знаю, военные понимают.
Канал Уно на 100% уверен, что путешествие на Марс завершится оглушительным успехом. Мы провели собственные испытания у себя в студии, где роль ракеты выполнял бумажный стаканчик, а роль Марса — мусорная корзина. Мы попали в корзину 4 раза из 10. Слухи о вандализме в центре города сильно преувеличены. Дворец считает, что обшарпанный архитектурный стиль не имеет политического значения и все равно ничего не доказывает. Thank you.
судьи проводят заседание. Полезное и питательное правосудие для всех жителей Тропико. Действуют дополнительные сборы. Номер 421.
последние 10 лет летающие машины Тропико стали намного совершеннее. Теперь они держатся в воздухе почти минуту. Так держать яйцеголовые. Улицы Тропико захлестнул новый вид спорта под названием «Восстание». Дворец предупреждает, без лицензии играть в «Восстание» незаконно.